Всем привет! Вы на канале Принцесса Кейт. И сегодня я вам расскажу стих под названием «Осень». Евгения Трутнева. Осень. Стало вдруг светлее вдвое, двор как в солнечных лучах. Это платье золотое у березки на плечах. У калины и рябины вьются стаями дрозды. Под окошком георгины красотой своей горды. Утром мы во двор идем, листья слиплются дождем, под ногами шелестят и летят, летят, летят. Пролетают паутинки с паучками в серединке, и высоко от земли пролетели журавли. Все летит! Должно быть, это улетает наше лето. Это был стих под названием «Осень». Вы были на канале Принцесса Кейт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Пока!